будешь удивлен, но именно тебе я хочу подарить данный нож ценой 10 тысяч рублей. Чтобы получить тебе его, надо подписаться на мой канал, поставить лайк и писать чем можно больше комментариев, указав ID ВКонтакте или Телеграм. В случае победы я только так смогу с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик и именно там подведу итоги. Каждый день я отдаю очень много скинов, поэтому тут все прозрачно и честно. Желаю тебе удачи и погнали смотреть ролик. 752 рубля на сайте Топ Скин, чтобы прямо сейчас проверить майнинг кейсы, дроп майнинг кейсы, попробовать окупиться, выбить ну хотя бы 2-3 тысячи рублей. Чисто в теории я очень сильно хочу ножик, но как покажет сегодня сайт, вообще непонятно, потому что в прошлый раз мы вывели очень большую котлету. Но если говорить честно, сегодня все эти кейсы и сегодня все эти кейсы мы проверим. Сразу скажу, что обязательно перед началом я никогда не закидываю столько, сколько у меня на балансе, потому что я закидываю намного меньше, я использую промокоды. Сегодня этот промокод 40 беру, он дает плюс 40% на абсолютно любую сумму. Любой твой депозит, будь это 1000, 2, 3, 4, 5, абсолютно всегда перемножается на 40%, и ты всегда получаешь самый большой, самый лучший процент на пополнение. Помимо того, что это тебя окупает, помимо того, что это дает плюс 40%, это бешеный буст, ты можешь пополнять любыми способами. Поэтому обязательно используй промокод 40 беру, он самый рабочий, а мы начинаем. Мои самые любимые кейсы — дроп майнинг. Ну что, господа, поехали. Блин, очень сильно хотел начать с хайпер беста, но у меня просто не хватило баланса, поэтому давайте по порядочку. Давайте сегодня начнем с вот этого пустынного постанца. И суть кейсов, как я уже неоднократно заявлял, просто выбить какую-нибудь крутую пушку. Но шанс выбить крутую пушку 100 раз, и мы за 500 рублей можем это сейчас попробовать. Поехали, пожалуйста, сразу. Просто сразу сходу. Посмотрите, пустынный постанец. Разве это не идеально? Разве еще один? Так, подожди, а я не знаю, сколько они стоят. Два пустынных постанца, это, конечно, очень хорошо. Три пустынных постанца, это еще более чем хорошо. Так, подожди, неужели мы начали очень отлично? Продаем. 2600 сразу. Господи, а почему в прошлый раз так нельзя было? Почему в прошлый раз, когда я заходил в эти кейсы, открывал, меня просто заскамило? А сейчас мне выдает и выдает неплохо. 3000 рублей. С этим я точно не остановлюсь. Это уже хорошее начало для ролика, и поехали открывать. Вот здесь рентген падает. P250, но почему я, допустим, не радуюсь ему? Он стоит там рублей 20. Я вообще не знаю, нафига его сюда добавили. Тебе падает 3 рентгена, и мы такие, типа, должны вместе с вами 4, 5, 6, 7 рентгенов. 8 рентгенов. И сейчас еще один 9-й. Давай. А вот это мне очень давно не падало. М-ка рентген. Бум! 1000 рублей. А это у нас 19. То есть мне выпало 9 скинов по 19 рублей. По сути, фигня даже не окупает. Но тем не менее, если бы не выпал рентген за 1000 М-ка, скорее всего, нас бы слило. Ну да, по факту слило. А теперь у нас, ну, получается 100% окуп. Сколько? 1200. Получается, больше, чем в два раза окупило. Итого, чтобы вы понимали, мы сейчас с пустынного постанца поимели только что 3000 рублей. Почти 3000. С майнинга поимели 1200. А сейчас, блин, я очень сильно хочу, прям очень сильно, безумно хочу выбить фейт. Какой-нибудь красивый, обалденный фейт, потому что я знаю, что он может это выдать. Но мне кажется, это нереально. 27 рублей. 27 рублей. Посмотри, сколько это стоит. 25, 27. То есть мы можем 100 открыть за 200, за 2700 рублей. Это очень много. Ну давай так. Давай хайпербист. Я обожаю коллекцию хайпербист. Я люблю ее всей сердцем и всей душой. И она выпадает. Я только вчера играл в катку на стриме, и мы с пацанами видели эту эмку. Я такой, блин, какая она красивая. Вот она недорогая относительно. Она стоит там, ну, максимум 10 тысяч рублей, но она невероятно красивая. И она нам сейчас падает. И еще ново падает. Чтобы вы понимали, ново 1000, а эмка не знаю. 2900. Какой же балдеж! При том, что мы открыли на 800 рублей. Итого уже 3 кейса нас окупает. Так, я хочу азимов. Давай, пожалуйста, азимов. Только давай договоримся, что не P250 и не P90. Единственные азимы, которые мне не нравятся, это P250 и P90. Ну ладно, P90 она красивая, просто... Уф, а вот это точно нам надо. Нет, но сегодня сайт на лютой отдаче, пацаны, поэтому 100% мы сейчас будем пробовать фейт. У меня никогда не было такого, чтобы я открывал каждую коллекцию, и она каждая меня окупала. 3700, 9000 баланса, мы только начали. То есть сейчас раз кейс, два кейс, три кейс, четыре кейса в ряд нас окупают. Нет,
Майнинг Фейт мы пока не будем трогать. Давай попробуем Hot Rod. Если окупит и Hot Rod, это будет очень безумно. Вот чтобы понимали, вот этот конкретный кейс очень редко нас окупает. Невероятно редко. Объясняю почему. Не знаю почему, но просто так случается. Хотел сказать какую-то обалденную причину, потому что, может быть, я его открываю мало. Да нет, он просто никогда меня не окупал. Но вот если сколько раз я его открывал, может быть один. Давай даже повторим и зальем в него еще 900 рублей. И это суммарно уже 1800 рублей, которые мы потратили в него. Но вот если честно, сколько бы раз я его не открывал, это, наверное, раз 10, может быть 20. То есть я в него реально загружал больше 10. Не окупает. Не окупает. Вот опять же, вот смотри, мы сейчас открываем. Вот почему просто не дать, не выдать мне какой-нибудь, ну вот Hot Rod хотя бы этот. А, ни хрена себе. Так он стоит 7000 рублей, наверное, поэтому он не выдает. А ну-ка подожди. А если на 3 раза? Получается, из-за того, что здесь супер дорогие скины, нужно открыть его больше раз, потому что вы, чтобы выпал этот скин, шанс меньше. Вот почему он не выдавал его. Не, ну да, потому что мы открываем хайпер, там 1000 рублей. Рентгены по 20 рублей. То есть нас окупает, но окупает-то немного. Здесь один раз, если повезет, если один раз повезет, то по факту ты получаешь минимум 7000 рублей. Ну ладно, это я последний раз открываю. Если не выпадает, это уже 3600 рублей, которые я потратил в ноль, в пустоту. Поэтому его открывать мы больше не будем. Ну его нафиг. Ну, если там прям такие маленькие шансы, чтобы ты, ну, не выбил его, ну нафиг оно надо. Ну реально, ну вот зачем? Давайте попробуем опуститься и попробуем открыть тогда то, что мы не открыли. И попробуем. Ну вот, смотрите. Hot Rod не окупает. Эти все окупают. Не Ануар. Поехали. 500 рублей, это тоже очень круто. И если сейчас нам выпадает не ануарочка, мы 100% попробуем забрать фейт. Попробуем. Не знаю, получится или нет. Хорошо. Хорошо. Двенки не ануар, это уже укуп. Это уже 1000 рублей, которые мы получаем. 100%. Но можно еще что-нибудь? Еще вот один какой-нибудь хороший скин. Ладно, и так хорошо, а то мы уже зажрались. 865. Да, это не супер окуп, но это круто. Ну ладно, давай попробуем фейт. 2700 рублей. Полетели. Вот сейчас будет интересно. Обязательно, ребятки, используйте промокод, если вы хотите окупиться. Это 40 беру. Это самый лучший промокод на этом сайте, который в принципе есть. Конечно, не забывайте участвовать в розыгрыше на нож, который в начале, потому что я его делаю для вас. А я сейчас попробую открыть еще раз. Ну блин, если он не выдаст, то будет очень обидно, потому что стартовали мы просто невероятно. Сегодня очень крутой должен был получиться ролик, потому что мы по факту подняли 10 тысяч рублей. Но так сложилось, что сейчас у меня 1000 рублей. И получится переснимать? Нет, переснимать не буду. Выложу как есть, сами сделайте вывод. Какой кейс открывать, какой не открывать. Просто знайте, что нужно использовать промокод 40 беру. Ну а мы увидимся с вами уже завтра.